Пацаны, не играйте сердцем девушки, не делайте им больно. Лучше играйте щечками, с ними приятно. Ким Нам Джун, Ким Сок Джин, Мин Юн Ги, Чон По Сок, Пак Чи Мин, Ким Пэ Хён, Чон Чон Гук, BTS! Ненормально! Вашего армии! Скажут какие-то чокнутые. Хочу назвать вот это. Туба. Привет. Это, короче, мой класс. Это мой, мой класс. Я показала. Мы ждем наших подруг, чтобы пойти в Мегамикс. Сегодня 6 мая. Мы идем поздравлять пацанов. Ой. У мальчиков сегодня праздник. И мы будем отмечать. Заметили, заметили, да, да, да. Причем без Чимин. Не трогайте Чимина, ну типа. Наши пацаны стоят. Нажирайтесь, нажирайтесь. Чекай, машина нам. Наши... Покушайте здесь, чтобы мы там сами смогли покушать. Да. Пошли машины там хорошие. Я больная. Эй. У меня больше во влогах Айганым, там Алтынай эти. Почему ты редко выкладываешь влог? Я что-то перестала снимать просто. Снимай каждый день. Окей. Выкладывай примерно два раза в неделю. Я буду вообще подписана на тебя. Я и так была подписана. Почему-то, когда у меня обновился YouTube, ты удалилась оттуда. Окей. Наконец-то покушали, голодная. Я не завтракала. Мы тоже не завтракали. Я успела съесть кусочек пирога, который я сама вчера ночью готовила. В 12 часов ночи. Я вчера от скуки готовила пиццу. Я приготовила два пирога. Шубленого теста с яблоками. У меня теперь за тебя такая брюшка. Я говорю на эту девушку. Я как-то... Ты в зоне? Ты в зоне? Салам алейкум. Салам алейкум. Давайте без всяких этих, да, потому что это в YouTube. Ничего. Я ненавижу, когда налезть в мои дела. Ой, блянушка, большая стала. Ты взрослая, да? А, меня не видно. Нет, конечно, еще маленькая. Запомни, я не вижу, я считаю, как бас, как бас. Видишь, большая? Это школа колбасы. Мы потом пойдем ко мне домой. Похоже, проездной. И вот это тело. Возьми хаммер. На седьмое я не стала снимать, так как я болею и у меня голос пропадает. Я сейчас сижу и жду своих подруг. Они пошли кататься на велосипеде. И я не знаю, куда они уехали. Пока они там катаются, я учу корейский. Здесь сижу и учу. Сказала, идите в жопу. Это называется, когда тебя не были, они поругались с каким-то малолетким. Ой, ничего страшного. Да они младше вас где-то на 5 лет. Ой, ничего страшного. У всех бывают ссоры. Только не здесь с мелкими. Господи.
Мой голос что-то пропадает. Всем привет! Сегодня я вам покажу хаул, как я сегодня делаю. И две предательницы нас предают. Все время вдвоем ходят, виляют своими жопами и говорят, мы такие крутые, такие крутые. Пошли они в жопу. Это не топ. Ну сейчас страшно. А это мы! Ты где делаешь лекцию? А, у нас в четверке. Писал, таких вот искренних строк. Она, по сути, моя, за нее на все готов. Я по.